Крутые ребята из 37-й вас приветствую дружной семьей. Мы пишем стихи, сочиняем рассказы. Душа в полете, сердце в экстазе. Будем все вместе помнить о близких, тех, кто сражался, особо погибших. Мы им обязаны миром и счастьем. Пусть нас обходят военные страсти. Если же Родина будет в беде, станем героями в бою и труде. Благодарю, благодарю, эти слова не посрамлю. Пусть на земле, везде и всегда слышатся добрые эти слова.